Всем привет. Окровавленная рука от степлера. Пробил себе руку. Больно было, блин, между прочим. Короче, вот завершил, телефоном снимаю, поэтому так видно. Завершил ветрозащиту. Сейчас так вот быстренько покажу. Быстренько, приблизительно, как оно работает. Чтоб потом не задалбливали мне мозг. Работает очень просто. На эстетику не обращайте внимания, у меня просто закончилось все. Меня сломало эти за багетами, не хотел бить день. Поэтому какие-то огрызки, палки, короче, черти что, что под руку попадалось. Порядка толщины сантиметра надо было, то и хватал. Значит, это все липучки на степлере. Берете, ну, прямо вот, монтировал прямо вот так вот. Поднимал, зацеплял этими самыми, как его, прищепками. И потом клеил изолентой, которая не изолента, скотчем. Заклеила. Сейчас покажу вам. Ой, господи, это было 20 тысячный раз удара головой. Значит, смотрите. Это просто загибается. Тут прищепки ставились. И потом обычный упаковочный этот самый скотч. Мы замок этот закрываем. Это проверенная уже штука многими летами, так скажем. Оно все работает, никогда ничего не отклеивается. Далее у нас делаем выкройку. И что мы делаем с вами? Очень просто. Берем, к примеру, вот такой пенек. Ну, что было под рукой. Поэтому это все ужасно, неэстетично. Здесь степлером одну часть липучки. Здесь степлером другую часть липучки. И вот так вот это все закрывается. Сделано... у меня нету, просто не было этих палочек. Я бы их сделал подлиннее. Для чего? Потому что здесь я сделал... ответную часть нижней части, а это вот здесь. Ну, то есть, оно как сейчас все поднято максимально. Если приходится его опускать, то вот ровно на величину получается вот этих пенечков, палочек, ну, сантиметров 10, я могу опустить и при этом оставить натянутой штору. Ну, то есть, очень все просто достаточно. Просто этот чертов телефон не будет показывать нормально, потому что это черное для него, он будет вот высветлять экспозицию. Поднимаем на небо, он и затемняет. Samsung старый. Вот. Но принцип, я думаю, вам был понятен. То есть опускается эта вся история прямо со шторами. Но если они там мешают, или что, просто отцепил, пеньки потянул на себя. И все, и оно все упало вот сюда вот вниз и висит себе. Теперь у меня получается практически, да, уборку сделал предварительную. Почему предварительную? Потому что тут убираешь, она сыпется, опять этот пенопласт, опять убираешь, она опять сыпется. Откуда он берется, хер его знает. Но я забил на это. И уже раскрыл карманы с фундаментом и поставил колонну. Это остатки пленки от шторок. Пока ничего, ну, сильно не устанавливал, просто бросил ее. И когда уже будет какая-то ночь с поляркой, буду уже точно ее выставлять там, ну и так далее. Ну, понятно, предварительно нацеплю на нее монтировку, телескоп и т.д. Вроде бы все. Поэтому попробую при вас собраться. Как это будет получаться, не знаю. Особенно меня смущает вот этот шторм-захват. Вот он. Потому что здесь он уходит на... Ну, он как бы двойного назначения. Ну, внутренний, и он же внешний. Но здесь надо просто перед тем, как поднимаешь штору, сначала делаешь шторм-захват, потом поднимаешь штору. Соответственно, обратно то же самое. Но я еще ни разу не пробовал, поэтому при вас попробую сейчас это все сделать. Я уже предварительно посчитал, ну так прикинул, когда тут будет телескоп стоять, и полная вот сейчас высота этих самых шторм, ветрозащиты. У нас угол между телескопом и, ну, ближайшим, как говорится, объектом на небе порядка 28 градусов, ну, до 30. Это практически вот по этому сектору и, соответственно, по югу. Думаю, что это более чем достаточно. Ниже 30 снимать нет смысла все равно. Ну, а в случае чего мы можем с вами опустить ее. Так, ладно, давайте я сейчас попробую при вас закрыть крышу, но для этого мне надо включить какой-то свет, чтобы тут не умерли все. Со светом тут еще предстоит мне очень много разбираться. Я не имею в виду, что там лампочку включить. Это я умею, это я взрослый. Я до сих пор не могу принять решение, какую делать, где
розетку, дозы, не дозы, выключатели, вот это, ну, типа сюда поднимаешься, нужно, наверное, на перилах сделать какой-то выключатель, чтобы ты не в потемке поднимался. Выходишь, чтобы ты мог при спуске с чердака выключиться. Ну, вот такие вот. Пока в башке ничего не уместилось у меня, поэтому думаю, пока думаю. Так, ладно. Уехал и попробуем. Ага, не получается, вы знаете. В принципе, вот все сложилось. Все отлично. Теперь с этим. С этим как раз получается, тут немножко у нас нюансы. И вот с этим мне надо тут будет разбираться. Ну, разбираться, в принципе, здесь достаточно просто. Просто вот эту шторку надо будет снимать с липучек. Для того, чтобы можно было просто добраться до талрепа и, видимо, предварительно перед тем, как опускать, да, надо эту сторону будет, ну, чтобы у меня был вот доступ к талрепу. Вот это вот я имел в виду. То есть нужно будет отстегивать вот эту левую штору от меня. И не, даже не опуская еще предварительно, а отстегнув ее, откручивать внешний шторм-захват. Ну, то есть вот этот, как это, тренировка такая, да, она должна быть. Вот можно его снять, сюда продеть и сюда же одеть. Для того, чтобы когда поедет у нас крыша, мы могли ее зафиксировать уже на внутренних шторм-заходах. Ну, собственно, крыше ничего не мешает сейчас поехать. Да, ветрозащита не мешает. Отлично. То есть мы заезжаем сюда. А, тут у нас еще клей висит. Это я клеил еще пенопласт. Я еще был зайчиком. Ну, пенопласт из кусочков, кусманчиков. И поэтому все остатки, все листы ушли целые. И даже на кучу мусора ходил и брал обрезки. Я очень доволен тем, что я это сделал, потому что, ну, я знаю себя. Потом я хрен буду что делать. Так, ну и, к примеру, если мы отъезжаем крышу, допустим, вот мы пришли, отъехали. Вот теперь что мы можем сделать? Вот так сделаем, чтобы был крюк в проекции. Теперь мы типа берем вот эту штучку, дрючку. Так, поднимаемся. Что поднимать я буду всегда эти самые, как его, где же эта штука, господи, понял, так, поднимаемся, тут все, а, тут нам не дает подняться, история под названием «Не дает подняться». Что тут не дает подняться? А, ну понятно. Недостаточно отъехал крыши. Теперь можно. Сейчас это все очень быстро наладится, потому что просто предварительно, когда ты еще не знаешь всей специфики работы, ну, возможно, у тебя тут начинаются вот эти все. Ну, все. Так. И вот эта штука у нас с вами появляется здесь, которую мы можем туда зацепить. Нет, так не получится. Надо все-таки получается не трогать подъем защиты, то надо сначала накручивать эту фигню, а потом все остальное делать. Вот это, ага, вот так вот я его продеваю, я понял. Но здесь это еще, так я понял, но я не... Ага, все, теперь я понял вот так, все. Нет, еще не все. Еще не все. Еще. Ага, вот так. Вот, все.
То есть я ее не снимаю, я ее просто оставляю. Потом я ее просто поднимаю. Эту фигню. Угу. Так. И вот здесь себе ее кручу. Ну, короче, здесь надо будет потренироваться пару раз. И, в принципе, все тут заработает. Потому что это просто набить руку надо. Но это, в принципе, возможно. Вот, все. Вот и все, я его закручиваю, чтобы он чуть-чуть там не сильно притягивал, просто чтобы зафиксировать его, это все. Я не туда кручу. Все, теперь я кручу туда, куда надо. Ну все, вот я его там зафиксировал. То есть он уже никуда не поедет. Ну и, соответственно, потом натягиваю штопку. Я понял. Чтобы они натягивались хорошо, их надо натягивать одновременно. Здесь можно расстегнуть и как бы выставить по факту, чтобы у меня шторка не болталась. Ну и, соответственно, здесь то же самое. Так, мы опять отстегиваем. И таким образом у нас получается все работает. Эта шторка практически ничего не меняет. Так что идет. Ну где-то так. Надо еще все равно пару раз четко себе понять последовательность действий. И в принципе, ну так она все работает. Если мы сейчас его вот так вот отстегнем. Эти деревяшки, не боясь ничего, потому что ничего не вырывается. Здесь мы себе расслабляемся. Вот так вот. Отстегиваемся. Сюда кидаем эту штуку. Сюда кидаем эту штуку. И опускаемся. Можем поправлять, можем просто отстегивать перед тем, как. В принципе, ничего сложного. Ну и заезжаем. Коль скоро уже отстегнулись. Главное здесь проехать вот это начало. Дальше оно все без проблем пойдет. Здесь тоже ничего не мешает. Хорошо. Там пойти наверх и поправить одну вещь. Жесть это. Ну и все, и тут мы захватываемся с шторками, в смысле захватами. Единственное, что этот выкручивается сильно, но еще можно покрутить, не отпадет ничего, я думаю. И все. И тогда просто надо в бок их будет развернуть, чтобы проекция была меньше. Ну и крутить было меньше, вот и все. Собственно и все. Ну тут все, она захвачена. Ну, здесь вообще все элементарно. И как бы все отработано. Ну, в принципе, рабочая конструкция. Не прямо так, что прям идеально. Надо еще, может быть, подумать. Но! По сравнению с выносом оборудования, я считаю, это сущий пустяк, согласитесь. Все, всем пока, до свидания, до новых встреч. Надоели.